Закаря на заработках российских фигуристов. На Западе никто так не живет, хоромы, дома, квартиры. Спортивный агент Ари Закарян рассказал о коммерческом потенциале российских фигуристов. По его словам, успешные фигуристы в России живут в шикарных условиях, которые были бы невозможны на Западе. Надо сказать, что наши по сравнению с фигуристами всего мира уже коммерчески успешны. Если удастся посетить дома или квартиры некоторых наших олимпийских чемпионов и чемпионов мира, мы поймем, что так, как живут наши, на Западе никто не живет. Если только у них отец не работает в нефтяной компании. Фигурным катанием таких денег там не заработать. В Азии можно, у кореянки Юна Ким были хорошие заработки, у некоторых японцев есть хорошие контракты. Но исходя из того, что я видел, как живут некоторые мои друзья и знакомые фигуристы, про наших можно снимать голливудские блокбастеры и различные передачи. Там хоромы, дома, квартиры. Вряд ли другие люди могут таким похвастаться. Так что я не могу сказать, что у нас есть те, кто мог бы заработать больше, но не заработал. Все плюс-минус в хорошем состоянии. Другое дело, что если сейчас отменят чемпионат мира, это все потихоньку уйдет, сказал Закарян. Также Ари Закарян высказался, если чемпионат мира 2021 не состоится, фигурное катание окажется на грани катастрофы. Бывший ученик Алексея Мишина и спортивный агент Ари Закарян высказал мнение, что фигурное катание понесет очень сильный удар, если чемпионат мира 2021 не состоится. Сейчас нужно делать все возможное, и я уверен, что ВСУ делают, чтобы чемпионат мира состоялся. Если он не состоится, фигурное катание окажется на грани мировой катастрофы. Да, в России проведут еще несколько турниров, первенств, чемпионатов, разных командников. На год-два календарь забьют. Но в глобальном смысле спорт очень сильно просядет. Вообще Александр Ильич Коган, Александр Георгиевич Горшков и вся команда нашей федерации постоянно в поисках улучшения качества, они приезжают на катки, смотрят тренировки, ведут объяснительную работу, помогают. До решения по чемпионату мира чуть меньше 2 недель. Какие ожидания? На данный момент все зависит от шведов. Если Оргкомитет нацелен на проведение чемпионата, и будет делать все возможное для этого, мы очень скоро это поймем. Если же нет. ИСУ, на мой взгляд, должен очень быстро найти страну, которая возьмет на себя обязательство провести турнир, пусть и без зрителей. Самолеты летают, добираться в любом случае можно. Я уверен, такие страны есть. Напомним, мировое первенство по фигурному катанию должно пройти в Стокгольме с 22 по 28 марта.